Канал Таежный обитель приветствует вас. Вот я тут нахожусь на полянке. Морожка. Полно ее. Ну, самую крупную я набрал. Пришел с ложкой показать вам морожку. А ложка для чего? Для того, чтобы сделать таежное блюдо. Морожка со сгущенным молоком. Она и так сладкая, но со сгущенным молоком это вообще прелесть. Вот такое блюдо получается. Перемешиваем. Опа. Опа. О, полезная, вкусная, очаровательная. Оранжевое чудо. Жить охота. Прелесть. Очень много ее нынче. Эта полянка прям вот рядом с нашим балаганом. Вчера мы ходили, там нашли поляну, где вообще ее уйма. Ведро можно набрать быстро. Сейчас я вам покажу, вот где мы находимся. Вот она тут, ягода, вот. Вон она, вон, вон. А вот наша избушка, вон дым идет. Вот наш табор. Вот он наш табор. Вот оно, оранжевое чудо. Вот, вот. Это тут не сильно, немного, немного. По сравнению, как мы вчера собирали соли, тут было мульон. Ну и наши прекрасные горы. Токинско-Становой национальный парк. Морожка. Сейчас медведь. Соболь, бурундук. Все кормуются этой замечательной ягодой. Замечательной ягодой. Морожкой. Вон она с молоком. Вот она. Эх-ха. Ну вот она. Там. Это чудо. Ну ладно, всем всего доброго. Удачи, радости, гармонии с самими собой и с окружающим миром. Опа! Пока-пока.